Да я реально не понимаю, ну вот как это работает, а? Вот мы говорим людям лайки не ставить, да? А они все равно их ставят. А когда мы говорим ставить, они тоже их ставят. Я серьезно, я не понимаю, как до них донести, что лайки ставить не Слушай, так надо. у них это всегда так работало. Я им говорю ставить лайки, они лайки не ставят. Когда им говоришь не ставить лайки, они ставят. На 355 кусков, ты прикинь, на предыдущей серии. А мы еще им говорим, то, что ну, записывать-то не хотим этот Амонг, они лайки ставят. Ну и вот как им донести, чтобы они их не ставили? Да если бы я знал, 350 кусков, это знаешь, это 350 тысяч раз по одному лайку. Ну это просто, это я не знаю, мне Слушай, честно. я тебе реально говорю, просто давай тогда продолжим им говорить, чтобы они, ну, просто будем говорить, чтобы они эти лайки не ставили, и они, может, перестанут их ставить. Ну, прям реально бомбить на них, что, мол, не ставьте эти лайки, и все, чтобы не выпускали эти серии Among Us'а. Да не, вот именно то, что это как раз таки работает. Может, если мы не хотим этот Among записывать, нам наоборот, надо сейчас попросить поставить лайк, чтобы никто лайки не ставил, и мы Among больше не записывали. Ну, давай попробуем. Так, делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон и моя замечательная команда, которая сегодня помогает мне записывать этот чудесный ролик в Амонг Асе. Набираем 499 тысяч лайков, я обещаю то, что сразу же выйдет новая серия Амонг Аса. Набираем 39 тысяч комментариев и 19 тысяч подписчиков на этом ролике новых, я обещаю, выйдет новая серия Амонг Аса. 400 тысяч лайков не наберем, серия не выйдет, и это не угроза, это факт, да, Херей? Ну, конечно, факт, вообще-то, нам очень сильно нравится эта рубрика, и мы хотим ее записывать дальше, поэтому поставьте, пожалуйста, лайк, чтобы следующая серия вышла как можно скорее. Нам очень приятно, и мы очень любим своих подписчиков. Больше лайков, больше серий, меньше лайков, меньше серий. Начинаем, ребятки, что? Первый раунд! Да, дети, все верно, первый раунд. Кстати, ребята, совсем забыли напомнить, 69% смотрят наши ролики без подписки, поэтому спуститесь вниз и сделайте красную кнопочку серой, подпишитесь на канал и обязательно поставьте колокольчик, чтобы не пропускать ни одно наше видео. Ставь лайк, если понимаешь, что тут написано. 9, 8, побежали, побежали, 7, 6. 5-4, вы прекрасно понимаете, что мы с чайником стали этими предателями уже... Это еще что за дверь там находится? Уже не на карте этого космического корабля, а на мире. Так, чайник, нам с тобой срочно надо обсудить план, иди сюда быстренько. Я уверен на все 100%, то что до начала этой серии они здесь настроили огромное количество всяких нычек. И так, пройти-то здесь. И даже вот здесь, скорее всего, есть какая-то нычка в этой карте. Ну я же говорил, поэтому надо просто искать в оба. Заглядывай за каждый угол, за каждый блок. Поднимайся на любую лестницу и заглядывай в каждую картину. Я уверен, то, что в этом раунде Хрейда будет найти максимально сложно. Таймер запущен, время пошло. У нас с тобой, чайник, есть ровно 5 минут, чтобы найти как можно больше народу. Иди туда, да, дальше, дальше, дальше. Нет, не туда. Иди налево, я пойду сюда направо. Здесь какая-то новая нычка с огромным лабиринтом из дверей. Ой, ребятушки, я желаю вам удачи. Вы меня сегодня точно не найдете. Если бы вы знали, как я спрятался, вы бы просто офигели. Конечно, мы тебя не найдем, Хрейд. Потому что ты один из тех, кто строил эти нычки. А я даже не знаю, где здесь люди могут прятать. Не-не, чайник, там ничего нет. Я оттуда только что вернулся. Почему по всей карте головы Шрека находятся? Эд, да куда ты дальше побежал? Ты вообще слепой, тут еще внизу есть проход. А, так когда? Как я мог забыть про бесконечные лабиринты, которые находятся на этой карте? Ладно, тогда ты спускайся куда-то, слушай. Если бы здесь кто-то был, то мы бы этого чела... Офигенно просто! Бесконечное количество комнат с бесконечными количествами блоков. Здесь какой-то люк, и я вылез в комнате, фиг его знает в какой комнате, и у меня за это время ни разу еще не загорелась кнопка. Я даже не представляю, где вы все спрятались. Зато я прекрасно представляю, где вы ищете. Вот я тебя вижу, например. О, здесь еще какая-то комната, а здесь выход еще.
Я вышел в самом начале! Ядрен батон! Тут картина, которая ведет просто в самый конец карты! И которая... Офигеть, ладно, буду знать, спасибо огромное! Да это просто какой-то трындец! Уже столько времени прошло! Я ни одного человека не нашла! Ни одного! У меня ни одного тела не показалось! Я предлагаю увеличить время еще в 5 раз! А вот и первый килл-чатик, значит, у нас как бы я отсюда вылез, туда не залезай. Нет, хватит вот это, отставить панику. У нас с тобой есть все шансы на... Нет. А как вылезет отсюда? Да там куда полез? Чатик! Встречай, это Эндерстержень. Где он? Скрылся. Просто скрылся. Здесь где-то только что был Эндерстержень. Стой здесь. Я опять полезу туда наверх. Она, возможно, опять сюда залезла. Нет, у меня больше кнопка не светится. Сосиска, ты куда свалила, а? Оставайся здесь, чайник, и продолжай обыскивать ту комнату. Я пока побегу сюда. Она не могла куда-то далеко убежать. Ядрен батон. Так здесь даже есть такие места, куда пробежать. Нет. Стой. Я тебя умоляю, стоп! Все, сосиска, лежи, где лежишь, и не умничай, сосиска! И возвращаемся обратно. Здесь какой-то вот этот ковер валяется, здесь больше ничего нет. Здесь проход, здесь картина, в картине проход, за картиной никого нет. Че в это... Ворота сами по себе открываются, закрываются. Здесь какой-то люк, я туда спускаться не буду. Короче, чайник, делай вообще, что хочешь в этой жизни. У меня горит кнопка. Это значит то, что где-то здесь кто-то находится. Но в первую очередь я побегу. И здесь какой-то проход. Лестница. За лестницей проход еще куда-то. Здесь горит кнопка, здесь стержень, здесь бочка, здесь еще... Нет! Я думал, ты не найдешь сюда вход! Как? Здорово, банан! Здесь лестница куда-то в какие-то катакомбы! Огромный длинный лабиринт минотавров! Мать моя ты, женщина! Что вы здесь-то понастраивали? Так мне 15 минут надо, чтобы этот раунд закончить, а не 5 минут! Вы что, офигели, что ли? Из этого лабиринта я появляюсь где-то на... Стой на месте! Волкада, не вздумай! Я попал! Отстань! Убью тебя и отстану, какие проблемы? Так, комната с картинами, коня, здесь уже труп валяется, извините, пожалуйста. Здесь еще одна картина, и здесь картина, и здесь прохода нет. 3 одинаковые картины. Какой шанс того, что в одной из них 100% не будет прохода? Ладно, я уже думал, он там 100% будет. Я уже убила одного человека, но я не понимаю, куда спрятались остальные. Это просто какая огромная карта. Что они тут сделали? Ядрить, колотить. Ты главное люки открывай, пожалуйста, потому что под люками есть какие-то... Чё? А кого я только что убил? Кто с бочкой баловался? Кто с бочкой баловался? Алло? Кто с бочкой баловался? Отвечайте! Это был я. Жека Плей, то есть ты мне хочешь сказать, то что ты баловался с этой бочкой, из-за этого ты спалился, из-за этого я тебя вот это убил, поймал, нашел, и мы все проиграли? Чё? За лабиринты? Надземные проходы с комнатами из дверей? Какие надземные проходы с комнатами и дверями? Секретные проходы через все существующие картины на карте? Какие секретные проходы через все существующие картины на карте? Деревья с лестницами, которые ведут через подземные тоннели в другие комнаты? Какие еще деревья с лестницами, которые ведут в другие подземные комнаты? Ты за меня дурака держишь или что? Да, Эдуард, что ты такое говоришь? Не только я тебя таким держу. Начни второй раунд, пока я сейчас что-то с тобой и ЖК Плеем тоже не сделал. Да, конечно, без проблем. Ну, заладил мне тут нычки какие-то, у него новые, ему не нравятся, а? Душнило.
Чё ты сказал сейчас? Всё в рамках серии, я прошу прощения. Ну вот сейчас-то я тебе и покажу, как правильно искать надо. А ты что-то тут разнылся, нычки какие-то непонятные. Стоять! Я помню, что было в предыдущих сериях. Даже не подходи сюда, Шурик, не подходи, не подходи. Я первый выбираю блок. Только после того, как я выберу блок, вы выбираете блок. Только гиены голодные набросились на блоки в предыдущих сериях. Уходи, давай, бери свои вот эти вот стрелы и иди смотри в другую сторону. Кто второй предатель? Я. Серый и желтый получается, да? Ну, получается так. А еще получается, что 10, 9, 8, 7, 6. Я Плужниковая ограда, ага. И побежали. Возможно, здесь в этих картинах, конечно, в этих картинах. В этих картинах какие-то опять подземные проходы. Посмотри наверх. Смайлик! Но не, комната для пряток максимально плохая, поэтому я здесь прятаться не буду. Пока еще не поздно, я побегу в другую сторону. Таймер-то еще как бы не запустился, значит, у меня еще время где-то спрятаться, да? Вообще-то нет, уже как раз-таки поздно. Мы с бананом выходим. Давай, банан, проверяй начало, а я пойду вглубь всех искать. Давай. Нифига себе, а сундук ты кто? Я, это я, привет. Здорово, чайник, мы с тобой опять вместе. Короче, я тебе предлагаю в другое место. Пошли. Эта нычка, она максимально какая-то да простенькая. Нет, стой, банан, не надо, подожди. Я тут Ксюху нашел, убил. Молодец, это же гениальная просто нычка, ну ты как с вами играть вообще можно? Не, туда не залезай. Что, Ксюха бомбанула, вышла уже? Ну, получается... Опа, привет, а что у нас тут горшочек и сундучок? Как ты здесь? Ты же должен был быть где-то на начале, не? Вообще-то надо знать фишки этой карты, чтобы узнать, как... Ну, конечно, надо знать фишки этой карты! Ты же строил эту карту, поэтому ты знаешь все потайные проходы. Это... Эндерстержень? Ну да. Меня видишь, Волкада? Конечно, вижу. О! Стойка для зельеварства? Это я. А это я, Жулика Плея, убивай Жулика Плея, хрейт, у меня есть пока чуточку времени, чтобы ядрен батон. Какой батон, Жигулик Плей, я тебя поймал, где все остальные-то? Как хорошо, то что за мной никто не побежал, фига себе, здесь просто нычки. Я Маугли какой-то получается, и честное слово, так, Волкада, вот стой там. И не шевелись, там возле тебя лазил вот этот вот херейт, но он тебя даже не заметил. Нычка у тебя хорошая. Я нашел только Ксюшу, херейт, ты ищешь кого-нибудь вообще или нет? Ну конечно ищу, я вообще-то Машу поймал, и этого, Жигулика Плея. Где все остальные, я вообще не понимаю. Да, ты поймал и Машу, и Жигулика Плея ты поймал, но ты не поймал меня, даже учитывая то, что ты меня уже два раза успел увидеть, херейт. Да я просто тебе поддаюсь, что ты мне тут сказочки-то рассказываешь, так а? Ты вернись в ту комнату, где ты меня увидел, и посмотрим, поддаешься ты мне или нет, или все же я смогу тебя сегодня победить. Вернуться в ту комнату? А тебе не кажется, что тут обманом попахивает, а? Нет, не попахивает обманом. Я, кстати, вижу Волкада, он стержень возле дерева. А чё палишь-то? Опа, минус коврик. Хватит отвлекаться на всех остальных, Рейд. Заходи в комнату, тут снежок красивый идет, хоть где-то в этой жизни красивый снежок идет. Мы с Волкадом будем ждать тебя тут. Ну, если тебя здесь нет, то ты мне больше не друг, ты понимаешь это? Да ты и так как бы мне не очень такой себе друг на самом деле, поэтому как бы мне терять-то нечего. Ну ты самое главное хотя бы Волкада сначала найди, извини, Волкан, но мне надо тебя... Ой, нет! Ты куда свалил? У тебя такая идеальная дычка была! Ну ты же меня валила! Ну ты, Волкада, и лох, конечно, а теперь мы с бананом идем за тобой. Я знаю, где ты находишься. Подожди, знаешь, где ты находишься? Я случайным, нечаянным, специальным... образом чуть-чуть оттуда свалился. Здорово!
Каким образом? Ты уже находился там сверху, я не понимаю. Не надо в меня стрелять, Херейк! В смысле не надо? Капец, не надо, иди сюда! Как? Как ты там уже был? Объясни, пожалуйста, как ты там находился, если я там был буквально секунду до... Здорово! Ты подожди, ты мне пока не объяснишь, как ты там появился, я от тебя не отстану. Как ты туда залез? Потом объясню. Давай, пора, ищи дальше! Я ищу! Выживите, пожалуйста! Да вы вылезли из этого вот блока! Вы выживите, пожалуйста, секунд 30, я вас умоляю! И вот это, спрячьте эти головы Шрека, я вас тоже прошу! 30 секунд осталось прожить, и вы победители по жизни! Так, в этой комнате вроде даже никого нет, ну все, хрен точно прокекал! Вообще-то я эту карту строил, я-то знаю все нычки! Мы миллиард процентов сейчас на последний секунде кого-то найдем! Вот в этом... Я нашел! Нет, подожди, не надо там никого убить! Да! Чё ты мне там говорил? Чё ты мне говорил? Что новые нычки это невозможно? Вот, мы тебе с бананом показали, как играть надо. Так ты сам ответил на свой же вопрос. Ты строил эти нычки. Ты знаешь, где все прячутся. И ты прячешься в самых неожиданных местах. Это твоя карта, поэтому ты и выиграл. Кто? Когда я это сказал? Не было такого. Вот на этом, Херейт, мы и закончим всю рубрику Among Us раз и навсегда. И подписчики лайки не ставят, и на канал не подписываются, и ты читерить начал. Можно заканчивать рубрику, да? Ну да, как бы да. Зачем рубрику-то продолжать, если подписчики и лайки-то и не ставят? Да, ребята? Ну да! Ну да, согласен, лайков нет, серии тоже нет.